Так, сегодня башка мешает. Сегодня я хочу показать, как у нас в Бамнаке насаживают колуны. Может, где-то еще так насаживают. Но вот этот способ, я его считаю самый такой хороший. Это насаживают вот через ухо. Колуна через это отверстие, отсюда, через всю ручку, оставляя вот здесь пошире место вот это оставляя, и отсюда начинает, и вот так вот насаживают, подгоняют, и получается, что потом не надо ни расклинивать, и колун сидит крепко и крутится. Что тут можно еще подсказать? На топорище заготовка берется подлиньше, и ее обтесывают сразу, как бы просто так ровно, чтобы вот это вот волокна были посередине. И начинают насаживать. Насаживают тоже подлиньше. И здесь оставляют подлиньше. В конце точно подгоняют, подбивают. И когда видят, что получается нормально, тогда вот эту толщину здесь, которая, ее обрезают. И каждый по своей руке обрезает с пяточки. Тоже обрезает. И получается колун, который вам удобен. Кто желает, может сделать подлиньше, кто желает, может покороче. Вот это вот выбирают потом, после уже, потому что он получается вот такой широкий. Он получается вот такой широкий, и это уже выбирают по руке, чтобы руке было удобно. У кого какой хват, каждый снова делает это по руке. Этот колун уже очень давно, этот топорище начинал делать я, а заканчивал уже брат Виктор. Вот подгонял он. Так, мы здесь вдвоем участвовали в изготовлении. Он меня попросил сделать заготовку, я сделал, ее насадил, но не до конца. А он говорил, ну, когда подсохнет, ты уже, когда высохнет, ее полностью насадишь. Еще какой вот маленький секрет, чтобы поглубже насадить, бывает на плиту вот так вот, на теплую такую, горячеватую ставишь, колун нагревается и расширяется, а дерево нагревается и садится. Колун садится все глубже. Вы можете его еще маленько осадить ниже. За счет того, что железо при нагревании расширяется, а дерево при усыхании становится меньше. Вот такие. Не буду я тут вам демонстрировать свои способности. Но колет он колун, конечно, изумительно. Все видели, как колет колун. Чурку можно пониже, это просто тут. Колят у нас такими, называют плашками, не как попало, а колят вот такими плашками. Вот такими плашками колят. И их складывают. А потом уже эти плашки колят на мелкие части. Вот так вот. Вот такая вам маленькая зарисовка. Смотрите,
канал «Тайга моя заветная». И мы вам постараемся еще показать такие небольшие, маленькие хитрости. Они в народе известны, но бывает, что где-то кто-то что-то не знает. Поэтому, когда больше информации на разных каналах, то это замечательно. Кто-то где-то наткнется и на наш канал, и посмотрит вот такую посадку топорища на колун. Удачи вам!